Мохаммед Али был первым настоящим бойцом, от которого я фанател. Когда мне было 11 лет, я все время смотрел с ним видео. И однажды я ввязался в драку на улице. Позади меня был забор. Кто-то ударил меня сбоку. Я сделал движение и сказал: «Мохаммед Али!» И бросил хук. Парень покатился, я въехал ему коленом и повалился на него. А потом, появились его друзья. Их было 6. Ну и они надрали мне задницу. Он великолепен. Великолепный парень. Новое лицо UFC. Он самый непредсказуемый боец, который у нас есть. И я не знаю, когда еще появится новый Конор Макгрегор. Этого наглого ирландца называют выскочкой, задирой и беспредельщиком. За несколько лет он навел такого шороха в самой престижной организации смешанных единоборств, что теперь уже и непонятно, кто больше выиграл – Конор Макгрегор от того, что подписал контракт с UFC. Или UFC, которая получила настоящего дьявола. Так что же движет Конором на самом деле? Азарт? Кровь? Деньги? Или все вместе? И сколько будет длиться это ирландское шоу? Его громкие заявления растащили на цитаты. Каждая пресс-конференция и интервью Макгрегора – сенсация. Его план по зачистке дивизиона легковесов пока работает идеально. Принеси мне свой пояс, но только не забудь его хорошенько почистить. Есть две вещи, которые я люблю делать. Надирать задницы и хорошо выглядеть. Одну из них я делаю прямо сейчас. Мы пришли сюда не для того, чтобы участвовать. Мы пришли побеждать. И если один из нас идет на войну, мы все идем воевать. Это часть культуры там, откуда я родом. Он меняет третий фломастер. В двух предыдущих закончились чернила. К предстоящей встрече с фанатами нужно подписать несколько десятков перчаток, плакатов и поясов. Популярность и слава меня не интересуют. Признание и уважение ничего не значит. Я живу как в царстве зверей. Я выхожу на ринг, чтобы забрать жизнь другого человека и накормить моих людей этим мертвым телом. Я здесь, чтобы убивать. Прошлый год был феноменальным для меня. Это был феноменальный год для UFC за всю 21-летнюю историю. 2015 год был годом наиболее быстрого роста. Они заработали больше денег, чем когда-либо. И я тоже заработал больше денег, чем когда-либо. Каждый раз, когда я дерусь, я беру 2 пояса, 3 пояса. Когда я закончу, у меня будет 50-100 поясов. Настоящих поясов. Но самый важный для меня, самый первый в каждом дивизионе. Остальные просто жетоны. 189-й был весь в крови. И это было мощно. И в 2016 мы продолжим расти. Умный бизнес, усердный труд, самоотдача, сосредоточенность. И 2016 год будет очередным феноменальным годом. Не во всех случаях я хотел драться, но это случалось снова и снова. Так что я решил, что хочу узнать, как драться правильно, чтобы оставаться в безопасности и не попасть в беду. Поэтому я попал в этот спорт. И поэтому же большинство молодых парней попадают в спорт. В 9 лет Конор начал заниматься боксом, просто для того, чтобы научиться давать сдачи. Он дрался на улице, в школьном автобусе, дрался без причины и без повода, дрался, потому что так делали все. Я рос в маленьком пригороде Дублина, который называется Крамлин. Этот город известен своими суровыми людьми. Это тяжелое место для того, чтобы расти, но это отличное место, чтобы расти. Многие бойцы ходят в зал, и у них есть стандартный тип тренировки и стандартные упражнения. Они следуют этому,
И это становится просто ежедневной рутиной. Ничего нового, никакого мышления вне рамок. Единственная разница между бойцами — это, возможно, что один сильнее бьет, чем другой. Так что моя особенность — это мой IQ, сила моего мозга и моя способность видеть цельную картину. Разные люди чувствуют время по-разному и могут воспринять это и использовать для собственной выгоды. Конор такой человек. Он чувствует очень короткие промежутки в ритме, и поэтому он может бабах. Он может использовать это и застать тебя врасплох. Кто-то говорит, что это психология. Кто-то говорит, что все дело в скорости. Я бы сказал, что у него есть все. Он отлично демонстрирует это в клетке. Когда ты входишь туда, ты не можешь притворяться. Драка выставляет все на показ. И Конор там показывает себя. Он чинил водопроводы, подрабатывал разнорабочим на стройке и получал около сотни долларов в неделю. Такая жизнь бесила Конора. Однажды он поклялся, что будет зарабатывать миллионы долларов. Раньше я работала много часов каждый день, была секретарем в больнице. Иногда мы даже не виделись с Конором. Но когда я его возила в зал или забирала его оттуда, мы слушали музыку, и он говорил мне, что мы будем жить прекрасной жизнью. Я помню эти слова до сих пор. Она была со мной в самом начале этого пути. Я всегда говорил ей, что освобожу ее от работы, что ей никогда больше не придется работать. Я всегда рассказывал ей о своих мечтах, и она слушала меня. Я просто знала. Я всегда знала, что он достигнет того, чего он хочет. Я просто верила в него. Он мог бы купить ей эту улицу вместе со всеми магазинами. Он готов исполнить любой каприз. Ей нужно только намекнуть. Это самое маленькое, чем Конор может отплатить Ди за любовь и преданность. Моя первая машина — Opel Astra. Я пришел в салон, и парень в автосалоне говорит: «Если ты подпишешь эту бумагу и будешь платить каждый месяц, мы дадим тебе эту машину прямо сейчас». У меня в кармане было 10 евро. Мне нужно было всего лишь подписать этот клочок бумаги, чтобы получить машину. Так что я подписал, взял машину и больше никогда не платил за нее. И через несколько лет они пришли и забрали ее у меня. Не, мне не нравится Lamborghini. Это скорее машина для мужчин. Гараж из 8 роскошных автомобилей, дом на берегу океана и шопинг. Время летит незаметно, когда тебе больше не нужно считать деньги. Каждое воскресенье я люблю выходить на улицу за покупками. Я должен был сказать каждую пятницу. А что тут еще делать? Ему всегда нравились хорошие вещи. Даже когда у нас было мало денег. А теперь он может покупать все, что захочет. Люди всегда так говорят мне, что он там играет на публику. Но я вам могу сказать, он и тогда, когда на сломанной своей машине приезжал, он заходил в зал, как будто у него 20 миллионов на банковском счету. Хотя у него не было ни гроша за душой. Я не вижу себя суперзвездой. Я дорос до известности, потому что я искал себе жилье получше, тропическое солнце, самую вкусную еду. В поисках этого я работаю гораздо усерднее, чем это делал бы обычный человек. И я добрался до самого высокого уровня благодаря упорной работе и мечте достичь успеха.